деревню. Я тут выживаю. Вот. Кстати, всем привет. Я нашел заброшенную деревню. Она очень редкая. Это же опять порталы, но только их теперь три. Смотрите, это портал Хаги, Ваги. Но мы там были уже в прошлой серии. Поэтому не будем заходить. Это портал «Привет, сосед». А это портал злого сундука. Наверное, думаю, лучше пойти в портал злого сундука. Потому что я вообще не знаю, что там такое. Я впервые такой портал вижу. Ну, давайте прыгнем. Так. Смотрите, я где-то появился. Я, кажется, в каком-то из блоков. Надо посмотреть. Вылезти и посмотреть, что там. Так, тут паркур. Через дыры не... Ты посмотрите, вы посмотрите, тут куча злых сундуков. И мы находимся в большом сундуке. Офигеть. Но только я не хочу к ним спускаться, но надо как-то взять оружку там. Надо пропаркурить на дом кирку и взять оттуда оружие. Так. Вроде бы пропаркурил. Спускаемся. Ё-моё, они так близко, испугался. Так. Тут классная броня нас защитит. Тут яблочки, золотые оружки. Оружки это самое главное. Сейчас тогда оденем все и освободим немножко место от злых сундуков. Так. Вот. Вот еще оружка. Так, каким оружием будем стрелять? Так, давайте вот этим вот. Оно вроде бы крутое. Да, оно крутое, оно убивает. Классно. Так. Ай, какие вы вредные. Вы что меня ударили? Так. Так, у этого закончились оружие. Блин, их так много. Так. Давайте пропаркурим. Или... А, да, у меня еще есть этот самый, мой любимый пестик. С ним я всех убью просто. Этот пестик самый лучший, по-моему, мне кажется. Так, смогу ли я пропаркурить? А вот на дерево смогу, вот на дерево смогу. Так, убиваем этих злых сундуков.
не вон. Блоки раскидали какие-то повсюду. Это сундуки предателей из Among Us. Блин, я возродился. Это хорошо, значит, тут есть три жизни. Ими можно пользоваться. Блин, я уже думал, что все, конец, я умру. Но я возродился. Это хорошо. Так. Я не понял, как я умер вообще. Меня что-то столкнуло с этого дерева. Оно проклятое. Все, не буду больше на это дерево лазить. Проклятое дерево. Может быть, сундук? Да, сундук какой-то. Забрался по лианам. Стоит. Эх, ё-моё. Какие вредные сундуки. Умные, ё-моё. Они, наверное, и туда могут залезть. Вот на дерево залезут и потом спрыгнут туда. Вообще стоит лучше залезть на самое высокое место. О, хорошо. То, они вон какие хитрые, сзади подбираются, убивают. Сундуки, ё-моё, какие злобные. Их совершенно чуть-чуть осталось. Он мчится, этот самый сундучок. Посмотрите, их хозяин столько рыбы любит. В них положили кучу рыбы. О, это что такое? А, это паутина. Я думаю, что это что-то классное. Да, да, я выживаю, ебо, я уже думаю, что это все конец. Блин. Блин, под конец, ё-моё, чуть не сдох. Я выжил. Прикиньте, я выжил. Я почти не сдох, ё-моё. Какие сильные сундуки. Так, теперь давайте ломать эти блоки плохие. Потому что они их понаставили вот тут. Заразили все этими блоками. Так. Понаставили тут их. Повыбрасывали. Вот теперь мне очищать придется. По какие плохие сундуки. Так, в общем, всем пока. Сегодня... Я, в общем, сражался против злых сундуков, потому что выбрал этот портал злых сундуков. Надо было другой выбрать. В следующий раз привет соседа выберу. Может быть, он как-нибудь попроще. Я чуть не потерял все жизни и чуть не сдох. Вот. Сейчас добудем последние блоки. И можно будет тогда уходить. В общем, всем пока. С вами был Бомки Невер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи!